В Армении продолжаются дискуссии о транспортных коридорах. Армяне заявляют, что коридоры по территории Армении незаконны. Как передает Азия Ас, прокомментировать ситуацию Оху Ас попросил российского эксперта по Евразии Александра Разуваева. Армения должна следовать взятым на себя обязательствам. А это подписанные трехсторонние заявления. Разблокировка торговых путей выгодна всем. Нормализация отношений с соседями – это плюс для армянской экономики. Понятно, что в Армении очень болезненно воспринимают весь этот процесс. Но других вариантов нет. Ереван в итоге дожмут. И Зангезурский коридор заработает. Это будет не только железнодорожное, но и автотранспортное сообщение. Те, кто не хочет этого в Армении, пусть остаются при своем мнении. Зангезурский коридор заработает. Я в этом уверен. А непоследовательная позиция армянской стороны пусть остается их слабостью. Что касается утверждения о том, что азербайджанская сторона готова платить российской армии за сопровождение азербайджанских колонн на территории Армении, то это просто исключено. Это некий поток сознания, на который не стоит реагировать. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.